сейчас немножечко поговорим с представителем компании «Риф» Романом Стуловым. Ром, вот мне сегодня буквально на сайте задают вопрос. Лучше купить амортизаторы «Тачдок», «Риф» или «Айрон Мэн»? Как можно адекватно ответить на этот вопрос? В данном случае мы сейчас говорим про «Риф». То есть является ли «Риф» полноценным конкурентом вот тех брендов, которые известны на рынке, которые люди все знают? Безусловно, «Риф» является конкурентом. Причем, наверное, он даже и не является уже фактически конкурентом, если мы сравниваем цену и качество. То есть «Риф» – это марка российская, произведенная, да, в Китае, но под нашим контролем и под нашим… Все, давай заново. Говоришь о цене. А сейчас вот на рынке отличается сильно цена того же самого «Риф» или там «Ранчо» амортизаторов? Ну, цена отличается порядка в два раза, у нас разница в цене. То есть в два раза дешевле? Да. Технологии, они похожи, они близки, никаких чудес не происходит. И те же самые «Тачдоги», «Айронмены», они не в космосе делаются, а в общем на… А многим непонятно, вот эта вот надпись «Foam Cell», что она означает? Ты можешь немножечко в двух словах пояснить? «Foam Cell» – это технология, которая препятствует вспениванию масла в амортизаторе, поскольку при вспенивании масла ухудшаются его характеристики, он перестает должным образом работать. Скажи, пожалуйста, есть ли эффект вот от присутствия автомобильного тюнингового бренда на тематической выставке, посвященной, вот, собственно говоря, охоте и рыбалке? Охотники и рыболовы, которые приходят на эту выставку, являются, в общем, нашей целевой аудиторией, поскольку практически вся продукция, которую мы представляем, она ориентирована на людей, ведущих активный образ жизни, как раз-таки эти люди и его так и проводят, это свое свободное время. Им, как правило, нужно доехать в места, где там они охотятся, рыбачат. В основном труднодоступное, но относительно. И безусловно, что мы всегда участвуем и впредь будем участвовать на этих выставках. В данный момент бренд «Риф» представлен на российском рынке очень широко, продукции очень много, от серьезных каких-то тюнинговых деталей до небольших аксессуаров, каких-то вот как герметичные ящики или какие-то тросы рывковые, стропы. Сейчас сложная экономическая ситуация. Какое будущее у бренда? Планируется ли какое-то развитие, планируется ли появление чего-то нового? Мы постоянно пытаемся развивать нашу продукцию, увеличивать ассортимент деталей, которые мы производим для различных машин. Также пытаемся освоить новые сегменты рынка, которые у нас сейчас еще пока не представлены. Повлияла ли экономическая ситуация на продажи? Ну, безусловно, конечно, повлияло, причем где-то даже в лучшую сторону, потому что мы многие из деталей из своей продукции мы производим в России, соответственно, конкуренция наша повысилась. На этой позитивной ноте мы закончим. Спасибо. Разговариваем с Романом Куракиным, директором тюнинг-центра 4x4. У нас сейчас УАЗ Патриот с инсталлированным двигателем Cummins 2.8 и вот такими огромными 35-ми колесами. Первый вопрос. Что подтолкнуло на инсталляцию двигателя, который даже УАЗ не ставит под капот? Я вообще не равнодушен к автомобилям УАЗ, но всегда меня поражало, почему наш автопром делает моторы очень слабенькие, не тяговитые. Хотя машина большая, позволяет большой потенциал в плане строительства и развития, но при этом почему-то моторы слабенькие, ненадежные. И вот у меня закралась очень интересная идея, всегда вот давно вынашивал этот план, поставить мотор Cummins. По моему желанию обязательно был сохранен кондиционер. Обязательно щиток прибора было специально связались. Спасибо огромное с компанией NTP, которая производит щитки прибора, которая пошла навстречу. Моя задумка именно вот в такой комплектации, как есть машины, на шинах низкого давления и с этим мотором. Это будет востребовано, по моему мнению, охотников в первую очередь.
Цель вообще еще вот попробую, ну, то есть это будет сделано в дальнейшем, попробуйте на, именно попутешествовать на нем. Почему выбраны именно колеса вот такие? И это, я так понимаю, вообще отечественные, да? Да, это российское производство, компания выпускает их компания «Авторост». Едет покрышка очень хорошо по трассе, то есть есть четкая связь колеса, дороги и руля. То есть ты понимаешь четко, где машина находится, и нет рыскания. Поэтому приезжай, прокатимся. Мы с тобой сделаем тест-драйв. Да, тест-драйв. И ты сам уже сможешь рассказать зрителям, какое ощущение. Отлично, договорились. Все. Пошел.